открыт к тем штукам, которые Дима говорил, не надо к ним подходить. А вы не обязательно здесь? Может быть, вы в комнате запишете, там нету лишних звуков? Нам так прохладно здесь, мы хотим лишние звуки. Мы хотим лишние звуки. Перископ. Привет, друзья. Перископ, перископ. Подписывайтесь ко мне, перископ, подписывайтесь ко мне, перископ. Перископ. Давайте, пока Миронов сидит, побудьте со мной. Да. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Здрасте, 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 здорово. Здрасте, здрасте, очень приятно здорово. Всех видеть вас, подписчики Ильшай Кентин. Здорово. Как прощальный ужин, да? Прощальный ужин. Мне кажется, как это. Здрасте, Настя. Настя, привет. Привет. Там, привет. Чуть-чуть не так. Да, просто. Привет. Это вы не видели? Гоша Кутин. Гоша Кутин. Сережа огромен. Здорово. Мы подписчики здорово. Миронова. Мы сделаем вид, что мы не видели. Где живет здорово. Кригер? Ригер. Таганрог. Мы проводим небольшое интервью. Не, Миронов сделал прическу новую. Эй, я первый хотел показать. Друзья, привет! Я зашел в перископ, чтобы показать вам ужин, который готовит Денис Гусев. Но Шпак уже меня опередил. Ну да ладно, будем надеяться, что это нам не повредит. Денчик? Почему какая-то только делаешь и включат перископ по своей? А это Дима Яшанькин, который продал прекрасный день, который был в перископе, а я буду на 15 секунд его опередил. Настя, это картошечка. Дэн, это что? Ребят, всем привет. Это сашими, лосось, тунец и креветки. Я снимаю перископ с перископа. Мы сыроеды. Как вы относитесь к сыроедению? К сыроедению. Маша. Маша, как долго нужно говорить? Русский продукт. Макаронский, да, итальянский. О, это вкусно. Это сейчас будет вкусно. Завтра домой, завтра вечером мы уже домой. Это Ира. Огурцы. Овощи. Свежие овощи, кушайте. Овощи. Это клопы. Какое здесь блюдо вкусное? Все блюда вкусные. Ты что готовишь? Пришлось заодно фотосессия. Что готовить, Бокал? Почему? На самом деле, Дэн уже четвертый раз не готовишь, и все очень... У нас будет вкусняшки. Улетаю завтра вечером. Ребят, я его и показываю. Готовим вкусняшки, будет хорошо. Будет вкусненько сегодня. Плавали сегодня, купались сегодня, гуляли сегодня, ездили в разные места. Да, сыроед, иногда едим сырое мясо и сырую рыбу. А знаете, что я делаю? Знаете, что я делаю? Я сделал видосик. Сделал видосик, и у меня на канале скоро будет новый видосик. Спаса Кукоцкий уже уехал. Новый видосик, если хватит интернета здесь у нас на вилле, на всех. Так вы видите, что много интернета у всех. Поэтому, если хватит, то загрузится видео здесь, если не хватит, загрузится уже в Москве. Да, все мы разные, у нас у всех разные представления о том, как должен выглядеть спортсмен Александр Константинович. Здравствуйте, уважаемый. Это я. Ах ты, ёлки-макталки, ты его смотрел? Выскочил. Да, привет. Выскочил. Россия. И только не только Россия. И не только Россия. И не только. И все, вообще из разных стран бывает, все по людей. Да. Причем с Америки очень много смотрит вообще со всех. Так, а где Клопов? Монтирует, наверное. Тебе привет. Спасибо. Собираемся. Собираться будем завтра. Сегодня кушаем. Кушаем, пьем. Сидим, болтаем. Да, не знаю. На этого достаточно. Это есть трушовый, который не стоит говорить. Что, хватит? Какую музыку ты любишь? Раньше слушал рок. И сейчас, в принципе, слушаю, начиная от русского. Плоково высокую, плоковый рост где-то 170, да, у Ленки? Может, чуть, ну, как-то так, да, Казахстан, привет. Ригерт сидит, болтает, Шпак здоровый очень, 120 килограммов почти. Ксюха внизу тоже болтает с Гошей. Клоков монтирует, Настя тоже монтирует. Много работы. Много работы, перед отъездом надо снять еще серию целую.
Вот. А мы вообще кайфуем. Да, у Лены высокий рост, где-то 150-170. Ну, вообще, да, забавно очень, забавно, все забавно. Мы пойдем, да, я включил мангал, пойду готовить еду. Привет, Москва, привет, ВДНХ, здравствуйте, вес у меня 81. Оксана лучше, Оксана лучше. А знаете, что смешного у нас еще тут произошло? Сейчас покажу. Нам ребята, наши друзья, привезли две коробки яиц. Представляете, яйца. Большие, огромные, тяжелые коробки. Яйца кач с нами. Для женщин и мужчин. Здесь для женщин 90, а для мужчин 180 штук. Конечно, съесть мы их не успеем. И придется оставить Миронову и Гошану. Так что мальчики сэкономят на яйцах. Да, спасибо большое. Смотрите, тайские каникулы. Ребята, по-моему, хотят закончить сегодня 6-ю серию и выложить же сегодня ночью. А 7-ю мы сделаем, когда приедем, а 8-я выйдет уже, наверное, после приезда. Моя выйдет совсем скоро. А там будет пару дней от начала и выезд. Искибастуз, привет. Хабаровский край, привет. И видосик будет еще, ну, всякие интервьюшечки, разные поездочки, тренировочки. Все это будет обязательно. Штанга остается на Самуи, и завтра Миша из Хабаровска ее заберет и повезет к себе в кроссфит-зал. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пойду готовить еду. Тайские каникулы. Тайские каникулы. Два. Оба два.